красивые, очень глубокие картины, написанные художником, который приехал к нам из Караганды, это Ерлан Гаймолдин, лауреат государственной премии, соавтор памятника Бая, также соавтор памятника Кирей Женьбек. В зале представлены работы также известного казахстанского художника, родом из Тараза, Елана Назаркулова. Четырежды также был удостоен премии государственной, президентской премии. Очень приятно, что мы находимся с вами сейчас в Доме Союза художников Казахстана, который был построен в 1961 году. С тех пор всего таких домов, по-моему, в стране или в Союзе было 6 или 4, да? Где-то. То есть это уникальное здание, уникальная галерея, и эта выставка будет продолжаться от одного месяца до двух. Есть картины, например, обратите внимание на эту картину, которая называется «33 окна». Обратите внимание, что здесь написано «Аллах» на арабском языке, да? Аллах, и вот здесь Мухаммад, да, Мухаммад. Вот, в каждой картине есть глубокий смысл, в каждой картине есть история, которую наши художники, авторы этих картин, могут рассказать более подробно. Картины, написанные с глубоким смыслом, с нашим казахским кодом, с нашим ДНК. У меня определенные вещи вызывают определенные эмоции. И эскизы иногда рождаются спонтанно. Они сами, вот как будто кто-то нашептал, они появляются. И карандаш, он, линия, она идет, ведет. Как бы вот какое-то творчество, я не знаю, это какое-то волшебство или необъяснимое это. Поэтому сюжеты спонтанно появляются, многие. Некоторые есть, просто я задумываю какую-то работу. А потом, ну как, надо с идеей переспать, да, и утром приходит такое озарение, вот так надо сделать эту работу. И я начинаю уже в этом направлении работать. И за каждой работой стоят где-то сотни эскизов. Сотни, я их прям вот, цвет не тот, это... Здесь большую частью работы впечатления моей юности, молодости. Вот, вот где-то год назад у меня в цвете произошел переворот. Вот, совершенно другие цвета появились. Можно сказать, что я счастлив, что действительно, что начинают когда твои работы признавать, когда мои работы говорят о искусстве, да, о истории, о культуре Казахстана, скажем, в Европе, я думаю, что это уже имеет какое-то огромное значение для меня, как для художника. Я считаю, что когда художник реализовывает свои работы, скажем, таких проектов, скажем, как международного, да, скажем, это уже, я считаю, что самореализация, это как бы идет в лучшую сторону. Thank you.
первую очередь я хотел огромное спасибо сказать Динаре вам, Динара, потому что вы организовали такую прекрасную выставку, помогаете художникам вот, выставляться здесь. Также вы работаете с ними индивидуально. Как бы, вот. Для художника это очень приятно, конечно, тем более в Казахстане это...